Раньше все могли общаться, а сейчас люди даже встречаются. Вот вы задумаетесь, я вот сейчас... Раньше встречаешься и с человеком говоришь, что у тебя случилось, как у тебя дела, там, а то, все, а пятое, десятое. А сейчас встречаешься с человеком, если ты на него подписан в Инстаграме или там еще где-то, ты же все знаешь, что он родился, уже у него дети, что женой, там, то, все, пятое, десятое, где он отдыхал, понимаете, что там было, там и так далее. Бессмысленно спрашивать. Человек побывал на Мальдивах. Ну, как там? Ну, я, ты же видел, все. Там эти рыбы, вот, мальдивцы, что там может быть, пальма, вот, все, ужас. Вот, да, значит, соответственно, мы с вами сейчас, нам не о чем разговаривать. Вот, это приводит к тому, что одиночество становится такой новой нормой.